Набираем 1200 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, ребята, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за мадридский клуб. И, ребята, спасибо в очередной раз за вашу яростную активность под видео. Не жалейте лайков, не жалейте комментариев, лучше из них будут попадать в следующие выпуски. Ну и, собственно, давайте, ребята, продолжать. У нас сегодня будут интересные встречи. Мы сначала встречаемся с Леганес. Это кубок. Это первый и ответный матч у нас сразу произойдет. Ну а также третий матч в Лиге Чемпионов. Да, мы досадно проиграли Ливерпулю, но, ребята, нужно, конечно, сейчас привыкнуть к составу, привыкнуть к игре. Я не всегда играю за какие-то сильные клубы, а тем более в ПСке. И тяжеловато иногда бывает, поэтому будем смотреть, будем пробовать. Вот такой вот составчик у нас сегодня выходит на игру. Решил я немножко так его подкорректировать, потому что, как мы видим, многие футболисты основы у нас подустали. Поэтому давайте попробуем сыграть так. Ну и продолжают многие предлагать различные трансферы. Я напомню, что пока у нас трансферное окно закрыто, и мы играем теми, кто есть. Кубковый матч. Мы встречаемся с Леганес. Мне предлагают постоянно в комментариях поставить моды различные на игру. Ребят, я напомню для тех, может быть, кто не знает или не слышал. Я играю на PlayStation 4. Здесь далеко не все можно установить, как на ПК. И пока я установил лишь в начале, это измененные формы, а также логотипы турниров и, ну, там, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, и также правильные названия команд и логотипы команд. Вот. Поэтому не все можно поставить, не все можно установить. Если вы знаете какие-то интересные, может быть, патчи, моды, который можно реально установить на PlayStation, то пишите в комментариях, я обязательно посмотрю. Ну и вот состав соперника. Играют они сегодня в три центральных защитника. Ну и давайте приступать. Мы играем первый матч дома, второй матч в гостях. И сегодня я решил дать шанс Лукасу Васкесу вместо Гарта Бейла, вместо Салаха проявить себя. А сейчас Винисиус набирает скорость. Винисиус бьет и уже спасает голкипер. Также многие предлагают постоянно продать Карима Бензема, но, ребят, одно дело, когда футболист не забивает в жизни, другое дело, когда в нашей карьере Бензема забивает и отдает голевые практически в каждом матче, в котором участвует. И, ну, я не знаю, такое чувство, что вы вообще не смотрите серии и не слышите то, о чем я говорю. Ну а сейчас соперник атакует, удар поворотом, и это было тоже опасно. Мариано Диас играет на Лукаса Васкеса. Васкес, передача! И пробил Джуниор, Винисиус Джуниор, но не сильно полетел мяч в сторону голкипера. Это Де Брюйне! Хороший удар, и пока вот с одной зоны у нас летят удары. Мариано Диас, здорово, сыграл на Винисиуса, нет офсайда. И Винисиус забивает первый гол в сегодняшнем матче. 1-0, ребята. Это Винисиус Джуниор. Ну и очень здорово сыграл Мариано Диас на коротке. Сделал очень хороший пас вот так вот в открывшуюся зону. Ну и здесь Винисиус переиграл голкипера уже без проблем. 1-0. Опасно. Ой-ой-ой, здесь неприятный такой был пас на Наваса, но он смог его принять, и первый тайм пока что 1-0. Неплохая стенка здесь. И здорово играет Серхио Рамос. И пошло забегание Мариано Диаса. Получил он передачу. Ну же, Васкес, надо забить пустые. Васкес забивает. Лукас Васкес с передачей Мариано Диаса. 2-0, ребята. Хорошо здесь разыграли. Винисиус забросил на Мариано Диаса. Тот вот так вот стянул на себя защитников и голкипера и выдал хороший пас на Лукаса Васкеса.
Он здорово раскачал соперника. Салах и удар в дальний рикошет. И мяч в руках голкипера. Опасно. И Начо. Начо в порядке, но во втором эпизоде он не успел к мячу. И здесь опасный удар спасает Навас. Снова Салах и крутит в дальний. Одну минуту добавил арбитр. Она уже истекла, и я думаю, можно свистеть. Да. В первом матче кубковой встречи против Лиганес мы выиграли 2-0. Ну а теперь поедем в гости и будем добиваться прохода в следующий раунд. Ответный кубковый матч мы приехали уже в гости к Лиганес и будем добиваться победы. Сегодня более-менее такой основной состав у нас выйдет на футбольное поле. И Салах, и Карим Бензема, Марсело. Единственное, дали отдохнуть Серхио Рамосу, вместо него будет Варан. Также Дани Карвахаль по многочисленным просьбам, Асенсио. Ну и, ребят, поехали. Опасный розыгрыш, удар по воротам. И Куртуа спасает, но не смогли выбить мяч далеко. Иско. Вот он первый момент. Хороший пас на Карима Бензема. Иско увидел здесь Марсело. Ну же, Винисиус. И Винисиус снова забивает первый гол. Ну и вся атака получилась довольно быстрой. Я бы отметил в ней, наверное, Асенсио, который выпилил изумительную передачу вот здесь на Марсело. Ну а Винисиусу осталось только аккуратно попасть в дальний угол, с чем он справился без проблем. Варан пошел в атаку, ребята, получил пас от Винисиуса. Бензема, удар по воротам и не попадает. Но какая атака. Варан отнял мяч у собственной штрафной, побежал после передачи Винисиуса за спину защитником. Сделал пас на Карима Бензема, но тот оказался немножко неточен. Бензема забрасывает на Мо Салаха. Удар Салаха спасает вратарь. Подача в штрафную. Ну же, Бензема. Как вложился. Добивание Иско. И мяч попадает в сетку с внешней стороны. Здорово Салах качнул соперника. Смог сделать подачу на дальнюю. И Бензема вложил корпус. Но попал в каркас ворот. В атаке соперник. И сейчас большая зона на левом фланге. Карвахаль. Успел. Пошла подача от Иско. Выносят защитники Лиганеса мяч подальше. Марсело. Ну же, Бензема. И Бензема забивает. Это очередной гол Карима Бензема. С третьей попытки наконец-таки он поражает ворота. Был удар чуть выше. Был удар в каркас ворот. Ну а вот сейчас Карим все же смог добить мяч. И здесь как-то мяч проскочил из защитника и Винисиуса. И в итоге достался Бензема, который поражает ворота. И счет становится 0-2, так же, как и в первом матче. 0-4 по сумме. Разминаемся мы пока перед Лигой Чемпионов на Леганесе. Но не будем списывать их раньше времени со счетов. Понятное дело, что 4 они вряд ли забьют, но вот один они уже забили. Здесь не разобрались наши защитники. Пошел вот такой вот проникающий пас и отличный удар, который не смог отразить Куртуа. 1-2. Если уж, может быть, не по сумме матчей Леганес будет бороться, то хотя бы здесь, в домашнем матче. Но сейчас Карим Бензема бьет по воротам и забивает невероятный мяч. Вот так вот еще раз добавляет его в сетку ворот. Изумительно. Изумительно забивает Бензема. Дубль. И прошел насквозь бортика. Ну и заброс от Салаха и Бензема. Как же он саданул в дальний угол. Такие ребята просто не берутся. 1-3 сразу же. На пропущенный мяч мы отвечаем своим голом. Опасно. По флангу развивается атака.
Штанга, добивание и гол. Да, ребят, Леганес не собирается в домашней встрече сдаваться. Они забивают еще один гол. И как-то, знаете, выключается наша команда. Казалось, что три забили. И все, дело уже сделано. Но Леганес не собирается отсиживаться в обороне. Ну и все, ребят. С трудом мы выигрываем во втором матче. По сумме мы, понятное дело, прошли дальше. Но Леганес, стоит отдать должное, они боролись до конца и пытались порадовать свою публику на домашней арене. Ну и вот результаты. Вышла Севилья, вышла Валенсия, также вышли мы. Сельта, Вильяреал, Жирона выбила Атлетико Мадрид, Барселона прошла и Эспаньол. Ну и, ребята, третий матч в серии. Это снова Лига Чемпионов. Мы приехали в гости к Генку. И сейчас нужно набирать 3 очка. Сегодня более-менее такой основной состав. Единственное, дали отдохнуть Кариму Бензема. Серхио Рамос выводит своих парней на футбольное поле. Навас сегодня также в раме. Марсело, Адриасоло, Мо Салах, Винисиус, Иско, Мариано Диас, Казимира, Кевин Де Брюйне. Вот они, стартовые футболисты на эту игру. Ну и, ребята, поехали. Не нашел сразу адресата, куда можно сделать передачу. Мо Салах, Иско. И пошел по штрафную, удар по воротам. И вот уже первый момент, это Казимира бил по воротам. А сейчас опасно. И Варану нужно помочь. Он помогает без нарушения правил. Мариано Диас играет на Салаха. Мо Салах. Диас. Очень долго. Но получил по ногам. Здесь будет штрафной. Удар Де Брюйне рядом с крестовиной. 25 минут позади. Пока счет не открыт. Пошла подача. Скидка под удар. И вот здесь было опасно. Здорово. Мариано Диас, Адриасолу. И здесь хорошая передача. Иско бьет и спасает вратарь. Иско. Еще один пас штрафную. Марсело на сей раз затылком пытался скинуть мяч в чужие ворота. И здесь ошибается голкипер. Салах. Удар в дальний. И чуть голкипер мяч не выронил из рук. Ой-ой-ой, ну а здесь можно и желтую показать, арбитр. Так и есть. 25-й номер получает предупреждение. Здесь Винисиус уже прокинул мяч и его зацепили за ногу. По игре пока что полностью превосходство нашей команды, но забить мы пока не можем. Не получается, у соперника был неплохой стандарт. Пытались они нам забить с розыгрыша, но тоже не попали по воротам. Ну а вот так вот на угловой выносит футболист Генка мяч. Кевин Де Брюйне у мяча. Снова подача. И Мариано Диас бьет в небо. Завелся соперник. Удар по воротам. И снова мы спасаем. Просто блокируя удар. Ну а здесь Винисиус. Надо было постараться догнать. Хорошая могла быть атака. У нас двойная замена Асенсио и Карим Бензема вместо Мариано Диаса и Винисиуса. Иско. Ой-ой-ой. Ну здесь тоже можно желтую показать, нет? Иско. Удар по воротам. Но это-то пенальти. Да нет, молчит арбитр. Карим Бензема. Асенсио. И забиваем. Наконец-таки. Но как тяжело дался этот гол, ребята. Марко Асенсио поражает ворота, но выпустили мы свежих футболистов в нападение. Ну и, конечно, тяжело. Тяжело. Генк сегодня много моментов отражал. И я уже на секунду думал, что пенальти все-таки будет в том эпизоде, но нет. И здесь Марко Асенсио шведочкой закидывает мяч в дальний. Тони Кросс выходит вместо Иско. И, ребята, непростые 0-1.
Ой-ой-ой! Вскрикнул Салах, и снова судья молчит. Я не понимаю, что сегодня с судьей происходит. Но он раз за разом просто молчит в эпизодах. Марсело! Ну же! Угловой будет. И нет отложенного штрафа. Есть! Молодец, хотя бы здесь арбитр. Ну и все. Да, ребята, это непростая, но победа. 3 очка в группе. Надеюсь, серия вам понравилась. Обязательно поддерживайте ее лайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если вы новенький. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.